Экологический контроль принес свои результаты. Старый полигон наконец-то соответствует санитарным нормам. Это подтверждает экспертиза воздуха. Сменился собственник, и на сегодня ведутся работы по, значит, приведению в порядок вот этой территории. Результаты анализов, то есть там выбросы от основных вот загрязняющих веществ, они в рамках допустимых норм. Напомню, прежний собственник старого полигона неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона. Сжигание железнодорожных шпал и самовозгорание мусора приводили к превышению концентрации в воздухе опасного вещества формальдегида в 7 раз.